Правоохранительные органы Армении задержали 5 из 10 переданных Азербайджаном военнослужащих. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета страны Вардана Тадивасяна. В настоящее время задержаны 5 военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям. По словам Тадивасяна, в суд представлены ходатайства об аресте военных. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.